Следующая ниша это, конечно же, модульные дома. Что сие означает? Модульные дома это дома, которые собираются условно, да, из модулей, как Лего. И это сейчас на фоне коронавируса, на фоне всего-всего-всего растет бурным цветом. Огромное количество компаний, которые действительно делают модульные дома, они прямо вот готовы платить за клиентов. Готовы, а если вы будете делать канал или там ролики про модульные дома, про то, как и какие они бывают, из чего они собираются, сколько они стоят, там, вот это, разберете все эти вот моменты, все нюансы, вы соберете аудиторию, даже, допустим, сравнивая, да, давайте сравним стоимость модульного дома и кирпичного дома, давайте сравним сруб и модульный дом, давайте сравним, там, не знаю, модульный дом и дом из USB плиты, там чего угодно, да, взяли, сделали канал, собрали аудиторию, тоже в тренде, потому что люди сейчас понимают, что они хотят быстро строиться. Время таких монолитных строек, которые там строятся домами там 5-7 лет прошло, время движения, и сейчас люди хотят быстро-быстро строиться.